Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам несколько маленьких хитростей по украшению праздничного детского стола. Я хочу вам показать сороконожку, которая делается из банана. Это очень просто. Мы срезаем кожуру, очищаем его. Нужно срезать внизу такую плоскость, чтобы стояла наша сороконожка. Сейчас сделаем ей глазки. А глазки и ножки мы сделаем из обыкновенного изюма, который моем, просушиваем на полотенечке. Глазки, конечно, можно сделать и из перчика. Они будут круглее и красивее смотреться. Один глазик с обратной стороны вставляю. Вот у нас два глазика. Делаем ей маленькую корону. Пополам разрезаем изюминку и вставляем ее на головочку. Лапки. Можно изюминки класть целыми, а можно разрезать пополам. Изюминку разрезали, приставили. Следующую. Итак, по длине туловища нашей сороконожки. С одной стороны мы это делаем, а потом с другой стороны. Все вы знаете, что у гусениц есть на спинке такие выступы, а из них растут маленькие волосики. Но мы сделаем только одни выступы. Такой гребешочек ей сделаем, чтобы она у нас была более эффектно выглядела и радовала детский глаз. Вот такая сороконожка получилась у нас. Чтобы наша сороконожка казалась более привлекательной, мы сделаем ей еще грибочек из редиски. Мухомор делать очень просто. Вы можете срезать вот такие кружочки. Делаются они в хаотическом порядке. Можно взять острие ножа, воткнуть в редиску и прокрутить. И у вас получится тоже беленькое пятнышко. А ножка у нашего грибочка белая. Мы редисочку срезаем со всех сторон. Немножко под углом, чтобы площадь опоры больше. Вырезаем серединку и примеряем. Еще немножко глубже. Пожалуйста, грибок.